После того, как многие из нас заработали сотни долларов с ноткоином, многие начали играть в такие приложения, как TapSwap, Hamster Combat и Blue. Но сегодня я покажу вам три абсолютно новых Telegram-кликера, которые в перспективе могут нам принести гораздо больше, чем Хомяк или TapSwap. Первый и самый простой из них — это бот под названием Snapster. Чтобы его открыть, как всегда, перейдите по ссылке в закрепленном комментарии и нажмите Start, чтобы запустить бота. После этого нам сразу нужно нажать Start, и нам сразу высветилось табличка, в которой написано, что мы находимся в вейт-листе, поэтому мы одни из первых в будущем получим возможность торговать в этом боте криптой. Но не волнуйтесь, потому что сегодня мы ничем не будем торговать, чтобы заработать деньги с этого бота. Итак, если вкратце, то это недавно вышедший Telegram-бот, который в будущем превратится в трейдинг-бота. И разработчики этого проекта запустили очень масштабную пиар-компанию по привлечению новых пользователей в этого бота, с которой мы сможем заработать легкие деньги и без всяких вложений. Смысл Snapster-бота в том, что вам нужно просто заходить в него каждые 24 часа, чтобы собирать свои ежедневные награды в виде очков. И да, забегая наперед, хочу сказать, что заработанные очки мы сможем обменять на реальные деньги, ну а как это сделать, я покажу чуть позже. Следовательно, чем больше очков мы собираем на нашем балансе, тем больше может быть наша потенциальная прибыль. Но все не настолько просто, друзья, потому что в этом боте есть достаточно большое количество фишек, которые знатно могут увеличить наш доход. И первый лайфхак — это подписка на телеграм-канал Snapster Bota. За подписку мы легко можем получить плюс 1000 очков на наш баланс, поэтому я просто открываю ссылку, подписываюсь на этот телеграм-канал, а затем просто собираю собрать очки, и вы только посмотрите, они уже прибавились к нашему балансу. Абсолютно точно так же мы сможем сделать и с твиттером, чтобы получить плюс 1000 бесплатных очков, но на него мы можем даже не подписываться. Я просто открываю ссылку и сразу ее закрываю, и получаю за это плюс 1000 халявных очков, которые мы в будущем сможем обменять на реальные деньги. Но самая прибыльная фишка здесь, друзья, это реферальная система, потому что за каждого приглашенного друга в этого бота мы сможем получить по 1000 очков. Но на самом деле, если у вас абсолютно нет людей, конечно, в жизни это небольшая проблема, но в этом боте это не проблема совсем, потому что в эпоху ТикТока, YouTube Shorts и других соцсетей вы без всякого труда можете привлекать сотни людей в тот или иной проект. Ну а теперь давайте поговорим про вывод. Нажав на кнопку «Узнав больше», которая находится прямо под нашим балансом, здесь есть целая статья на английском, в которой написано, какую ценность несут собранные очки и зачем нам вообще их собирать. Я пролистываю на самую нижнюю вкладку под названием «Зачем я зарабатываю эти очки», копирую текст, затем перевожу его на русский, и, как вы можете видеть, разработчики нам достаточно жирно намекают, что все ранние пользователи этого бота будут щедро вознаграждены. Лично я думаю, что в ближайшие несколько недель этот трейдинг-бот запустится, и мы, как его ранние пользователи, можем обменять все заработанные нами очки на реальные деньги. Кстати, ровно по такому же принципу я и вынес свою 1000 долларов с ноткоина, поэтому лично этот проект я пропускать не намерен. Следующий бот для заработка называется Cutup, и ссылка на него, как всегда, в закрепленном комментарии. Этот кликер-бот появился совсем недавно, и он даже близко еще не успел приблизиться к той популярности, которую сейчас имеют Hamster Combat, Bloom, TapSwap и похожие проекты. Именно поэтому я каждому из вас советую сейчас начинать пользоваться Cutup ботом прямо сейчас, чтобы залететь в него одним из самых первых и, соответственно, заработать гораздо больше, чем основная масса людей. Да, как вы могли догадаться, главная фишка этого бота в том, что здесь нам нужно добывать как можно больше игровых монет, просто кликая на экран. И чем больше монет мы накликаем, тем больше денег мы в конечном итоге заработаем, ровно так же, как это и было с ноткоином. Мы можем просто кликать на экран в обычном режиме, либо начать кликать очень быстро, используя все наши пальцы, и тогда монеты будут зачисляться нам на баланс гораздо быстрее. Но, зная по своему опыту, в подобных ботах, просто кликая на экран, вы не заработаете какую-то сверхвысокую сумму денег. Но здесь я, как всегда, нашел очень много лайфхаков, которыми обычные пользователи даже не пользуются, упуская при этом реально большую прибыль. Первая из них — это реферальная система. Приглашая друзей в эту игру, вы можете значительно забустить свой баланс, потому что за каждого приглашенного друга Cutup-бот платит 2500
монет, то может значительно забустить наш баланс. Но еще более крутая система вознаграждений на самом деле здесь находится во вкладке задания. Здесь находятся очень легкие задания, за которые мы можем получить 1000 халявных монет. Одно из таких, друзья, это по классике подписка на телеграм-канал этого проекта. Я, как обычно, просто перехожу по ссылке, подписываюсь на него, нажимаю «Проверить подписку» и после этого мы сразу можем забрать 50 тысяч вот таких вот абсолютно простых монет. Также здесь есть задание с лигами. Чем больше монет вы добываете, тем лучше у вас лига. И за каждый переход в новую лигу вы также получаете жирные бонусы в виде монет. Также, помимо заданий, вы можете значительно увеличить свой доход с помощью вкладки «Бусты». Первый из них — это мультитап. И купив его, количество добываемых вами монет увеличивается на плюс 1. Я его уже купил и заметил, что это не имеет абсолютно почти никакого смысла, потому что наш лимит энергии заканчивается гораздо быстрее, чем я кликаю на экран. Именно поэтому, друзья, я настоятельно рекомендую вам прокачивать буст Stamina Level, который каждый раз повышает ваш лимит на плюс 500 и стоит всего 500 монет. Плюсом к этому я рекомендую вам прокачивать скорость восстановления лимита энергии, чтобы она восстанавливалась как можно быстрее и вы зарабатывали как можно больше игровых монет. Но самый главный лайфхак, который будет приносить вам миллионы монет каждый день абсолютно автоматически, это автокликер. И да, друзья, запрета на автокликеры в Катап-боте нет, я проверял, поэтому спокойно можете юзать этот лайфхак. Но самое важное — это то, что мы должны его правильно и корректно настроить, чтобы не было никаких сбоев и чтобы мы просто взяли, включили автокликер на телефоне и оставили его хоть на неделю, хоть на месяц, и в это время он приносил нам пассивный доход. И да, лично я пользуюсь этим автокликером, потому что он бесплатный и очень удобный, и ссылка на него тоже в закрепленном комментарии. После того, как я открыл автокликер, нам нужно нажать старт, а затем режим одной точки. После этого мы возвращаемся в Катап Telegram Bot, и теперь нам нужно установить интервал кликов, который делает автокликер. В этом боте я советую вам устанавливать интервал в один клик каждые 200 миллисекунд. Тем нам просто нужно переместить эту зеленую точку на кота. И теперь, когда автокликер готов, мы можем спокойно его запустить, нажав на кнопку play. И да, как вы можете видеть, таким образом вам даже не нужно трогать свой телефон, потому что автокликер будет делать абсолютно 100% работы за вас. Главное, следите, чтобы телефон не разрядился. Ну а теперь о игровых монетах и их обмене на реальные деньги. По аналогии с Блумом, Хамстер Комбатом, либо же Ноткоином, у этого бота должна в скором времени выйти своя криптомонета. И определенное количество этих вышедших криптомонет мы сможем обменять на реальные деньги, обменяв наши игровые очки. И да, друзья, пока этого телеграм-бота еще не так зафорсили, как Блум, Хамстер Комбат или Тапсвап, я советую вам в него побыстрее залетать, чтобы быть в числе одним из первых. Ну а следующего бота для заработка я специально оставил как десерт на концовку видео, потому что, как по мне, с него мы сможем заработать самую большую сумму денег. Называется он Spinner Coin, и здесь, как и в подобных телеграм-ботах, нам нужно зарабатывать игровые очки, которые я даже знаю, как и когда мы сможем обменять на реальные деньги. Но о выводе я расскажу чуть позже. По традиции, в разделе задания здесь есть типичное задание с подпиской на Twitter и Telegram каналы, за которые мы сможем получить несколько сотен бесплатных монет. Но самая крутая фишка находится во вкладке Shelf, что переводится как полка. Здесь нам каждый день даются абсолютно бесплатные боксы, которые мы можем открывать и получать такие бонусы, как ускоритель энергии, множитель x2 за каждое нажатие и так далее. И это на самом деле основная причина, почему я буду заходить в этого бота каждый день. Потому что как вообще можно пропускать халяву? Но еще одна причина, почему я буду им пользоваться каждый день, это лиги. И чем круче наша лига, тем больше денег мы заработаем уже в скором времени. Поэтому советую каждому из вас зарабатывать здесь как можно больше коинов, чтобы повышать уровень своей лиги. Кстати, о деньгах, заработке и выводе. На главной странице в самом начале этого бота здесь по-английски написано, что это play to earn, или играй, чтобы зарабатывать, приложение,
котором самое главное — это собирать SPN очки, а также улучшать свои спиннеры и приглашать друзей. Но также в самом нижнем пункте здесь на английском написано, что в будущем мы сможем обменять игровые очки на NFT. Кто также не разбирается в NFT, как и я, то это такие интернет-картинки, которые имеют авторское право и которое можно продавать и покупать за реальные деньги. Когда конкретно появится функция конвертации очков на NFT, которые мы сможем продавать, здесь не написано, но в телеграм-канале этого проекта более 40 тысяч человек, что говорит нам о том, что это вряд ли скам. Ну а если ты так же, как и я, любишь зарабатывать на легких телеграм-приложениях без вложений, посмотри это видео, потому что там я показал 3 новых телеграм-приложения для заработка.